Добрый день, дорогие мои! Сегодня у меня классический бисквит с вареньем. А также я покажу, как миксер, вот такой вот, как у меня, взбивает яйцо, белок. Вот такая вот пена получается белковая. Ну и вот такой вот или пирог, или торт, как хотите, так и называйте. У меня он из трех... Классический бисквит из трех компонентов. Это яйцо, мука и сахар. Отделяю белок от желтка. Чашу устанавливаю на миксер и взбиваю. Вот он взбивается. И вот такой вот белок получается. Меня кто-то спрашивал, как он взбивает. Мне кажется, нормально. Затем в эту же чашу перекладываю желтки. Добавляю сахар. Все это перемешивается у меня. Вот такой вот белок. Видите, совсем неплохой. И туда в желтки добавляю муку. Вот такое вот тесто получается. Затем в тесто постепенно вводим белок. Взбитый белок. Надо аккуратно перемешивать. Так, первая часть пошла. И вторая, остатки белка. И затем в смазанную форму выкладываю все это тесто. Посмотрите, какое оно рыхлое получается, пузырчатое. Ставлю в духовку для выпекания. И вот он такой вот поднялся хорошо, тортик мой или пирог. Выкладываю с формы. Я его буду разрезать на две части. Можно было бы, конечно, и на три. Но я разрезала на две. И сверху укладываю варенье. Хотите варенье или у меня клубничка такая замороженная, сбитая. В конце видео будет ссылка, как я ее делала, вот такую клубничку. И надо, чтобы торт хорошо пропитался. И вот он такой получается, очень мягкий, вкусненький, сладенький. Вот он такой пышный. Вот он постоял и вообще поднялся сильно, увеличился. Напитался вот таким вот сиропчиком. Ну, вкусненько. Просто и вкусно. Проще, наверное, некуда. Так что пеките с удовольствием, готовьте, угощайте своих близких.